А сейчас я попросила бы Дмитрия Смаковича исполнить свою песню, хорошо? Немножко рокировку такую сделаем, чтобы сразу вот так вот не подряд песни шли. Спасибо большое. Раз. О, мне надо подальше становиться. Печальная новость вчера, конечно. Вот тут это все. И Серафима нету с нами, Валентины Бурмакина и очень много всех других людей. Но я исполню сегодня песню свою, которую я посвятил всем. Тем, кто выходит на сцену, всем, кто как или никак является членом сцены, кто это поэт и кто говорит открыто. И очень важно все, что ты делаешь, чтобы как бы отдавать отчет, потому что мы каждый несем ответственность за каждое сказанное, написанное и сказанное слово. Песня называется «Я ухожу из театра». Всем посвящается. Жизнь игра, а люди в ней актеры, и многие играют одни и те же роли. Полон зал людей, и софиты обжигают глаза. Но почему в этот вечер так жалобно играет квартет? Ухожу из театра, и на душе появилась грусть. Я ухожу из театра, и больше уже не вернусь. Я ухожу из театра, и отдаю свою главную роль. Я ухожу из театра, я просто не ваших пьес герой. Раньше было все не так, была и в обществе, и в театре мораль. Теперь кругом свобода, модернизм бьет ключом через край. Не важно, что ты талантливый актер, и на душе пустота, но за каждую роль придется перед Богом ответить сполна. Ухожу из театра, и на душе появилась грусть. Я ухожу из театра, и больше уже не вернусь. Я ухожу из театра, и отдаю свою главную роль. Я ухожу из театра, я просто не ваших пьес герой. Я ухожу из театра, и на душе появилась грусть. Я ухожу из театра, и больше уже не вернусь. Я ухожу из театра, и отдаю свою главную роль. Я ухожу из театра, я просто не ваших романов герой. За всех, и все помним, всем скорбим, всегда любим. Всех тех, кто с нами нету, кто выходит. И спасибо вам всем. И спасибо тех, кого с нами нет. Не забывайте, особенно сейчас, в такой трудный момент, когда душа 40 дней просто нуждается, чтобы вы вспоминали, поминали и не забывали. Потому что, покуда артист, он всегда живой, покуда творчество его живет. И пока вы его всех, и Трофима, и Валентину Бурмакину, чтобы вы помнили. Помнили так и не забывали никогда. И спасибо вам большое за прекрасные те стихи, которые вы прочитали. Потому что я совсем недавно об этом только узнал.
И надеюсь, что когда-то я тоже что-то исполню из их репертуара. Спасибо вам большое.